цены в магазине «Минималка» в Беларуси, снятие порчи. Я заберу вас всего одну минуту и расскажу три сильные новости. Это рубрика «Короче». Поехали! А что из продуктов в марте подорожало больше всего? По данным Милстата, в лидерах перцы. Они рванули в цене на 60%, помидоры почти на 45%, а вот огурцы, наоборот, подешевели на 30%. Значительно подорожали фрукты. Так, бананы подорожали на 35%, груши на 30%, а цитрусовые без малого на 32%. Ну как вам цены? В Беларуси чуть-чуть подросла минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 479 рублей 83 копейки. Индексация связана с ростом инфляции. С 1 января этого года, я напомню, минималка составляла 457 рублей. Как вам такая история? В Гродно на автовокзале к бабке подошли две целительницы, которые рассказали ей страшную новость. Оказывается, на бабуле порча. И чтобы ее снять, нужно завернуть в газету все сбережения, провести какой-то там обряд и обязательно при этом газету месяц не разворачивать. Бабуля и клюнула. Но ее терпения хватило только до утра. Она развернула газету и ахнула. Оказывается, деньги были не все. Целительниц задержались, теперь их будут судить.